Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазинг Ролиплей. И чуваки, на сервер добавили поезда, походу, короче. И сейчас мы будем ехать кататься на одном из них. Тупо пост увидел, выложили пост 2 минуты назад. Надеюсь, поезда еще не разобрали, там только 2 поезда, короче. Я хочу первым снять, кто будет кататься на поезде. На Мазинге поезда, короче, добавили, будет железная дорога, может быть, будет работа скоро. Но это не точно еще. Я хочу просто поехать и покататься на поезде, просто это будет круто. Да, я как всегда на Ямахе еду, ну, в принципе, это нормально. Блин, вот так круто, блин, если поезда на туре добавили. Просто я пост увидел в группе Мазинга, вот тупо одну минуту, короче, типа, добавили одну минуту назад, я сразу зашел в игру и поехал. Вот сейчас снимаю, еду к поездам. В юшке они находятся, короче. Сейчас мчу на всех парах просто, чтоб первым снять это. Это реально круто будет, чуваки. Реально это будет круто. Если добавили поезда. Хоть чем-то можно будет прикольным заняться на сервере. Покататься просто. Людей повозить и так далее. Сейчас просто мчу туда просто на всех парах. Просто еду на всех парах туда, чтобы взять поезд первым просто на сервере. Так. Есть один поезд, походу. Да, вот он. Один, походу, уже взяли кто-то. Вот он, да. Так, глушим. Есть, так. Так. А на них не можно ездить или нет? Есть, я сел. На туре я сел. Вот это крутяк! Вы хотите арендовать эту электро... За 10 тысяч можно арендовать ее. Е, крутяк, чуваки. Крутяк просто. Просто круто. За 10 тысяч можно арендовать, короче, ее. А ну давайте ее заведем и поедем просто. Просто поедем сейчас. Надеюсь, мы сможем развернуться, в принципе. Едем вперед, чтобы развернуться и поехать потом назад. Это круто, я один из первых, кто катается на электричке, чуваки. Просто с вас 100 лукасов, реально. С вас просто 100 лукасов. Арендовать электричку можно за 10 кусков, чуваки. Вообще по кайфу. Просто кайф. Реально просто кайф. Я в шоке, я реально в шоке. Просто круто. Просто шикардосно. Мы первые, кто покатается на поезде. Сейчас просто люди будут думать... Нихера себе, откуда, как? Смотрите, сейчас чувак, видите? Вообще люди в шоке, наверное. Как? Откуда у него поезд? Чё за хрень? И так далее. Блин, это круто. Это реально круто. Вот это я понимаю тема. Вот это я понимаю просто. Кстати, кто-то нам поезд, по-моему, к нам запрыгнул только что. Поезд можно арендовать за 10 тысяч, чуваки. Это вообще нормальная цена, я считаю. Я не знаю, мы сейчас улетим или нет. Надеюсь, что он просто развернется. Надеюсь на это, что он просто развернется. Но это, чуваки, круто, реально. Есть, он развернулся. Вот это кайф. Блин, какой он довольный. Как это круто, чуваки, реально. Это просто охрененная обнова. Охрененная. Охрененная просто обнова, реально. Вот это я понимаю, прикольчики. Вот это классно. Вот это круто. Вот это кайф. За 10 тысяч можно арендовать поезд. Вообще, это так круто. Реально, вот это крутяк. Можно поезд просто арендовать за 10 тысяч и кататься на нем. И просто вы будете один, потому что их всего 2 на сервере. И я один из первых, кто арендовал поезд и ездит на нем. Вот это крутяк полнейший просто, чуваки, реально. Вот всем советую попробовать, это такой кайф просто, что... Ты понимаешь, что у тебя только 2 таких на сервере, и ты на них ездишь. Вот еще один, кстати, стоит. Вон еще один стоит, мы мимо его проехали. Это реально круто, чуваки. Вот это я понимаю, обновление. Вот это чего люди хотели, чего люди ждали. Вот это крутое обновление, реально. Самое крутое обновление, какое может быть на Мазинге. Вот оно, чуваки, вот. Всем советую просто попробовать покататься. Я бы на нем мог бы сутками просто ездить, реально. Просто арендуйте с 10 тысяч, можете просто сутками на нем ездить. Реально, у него даже пробег, по-моему, есть. И бензин.
Бензин у него есть, стоп. А ну сейчас посмотрим, тратится бензин или нет. Мне интересно просто. Тратится он или нет. И километраж не идет, значит, наверное, нихера такого нету подобного. Не, ну это, чуваки, круто. Это реально очень круто. Просто топ. Просто топ. Реально, это просто топчик. Топ in the top просто. Просто по кайфу. Вот я могу так сказать. Это просто по кайфу. Реально. Люди, наверное, думают, блядь, что за хуйня происходит? Откуда поезд у этого чувака? Блин. Каев просто. И все у них так прикольно сделано, блин. Это обычный поезд, я знаю, что, по-моему, это обычный поезд, незамененный. Может, модпак добавит измененный поезд, это было бы прикольно, кстати. Современный какой-то там японский поезд бы добавили, было бы круто вообще. Просто каев. Реально, просто круто. Знаю, я перехвалю, но реально, чуваки, серия просто развивается на глазах. И недавно сделал обновление, скоро добавят еще новый поселок с домами. Тюрьму скоро сделают. Еще поезда добавили, какие можно арендовать за 10 тысяч. Это реально круто. Просто. Я в шоке от этого. Просто я в шоке. Просто круто. Это крутое обновление, реально. Просто реально крутое обновление. Я кайфую. Можно так, друзей, тупо можно с подписчиками можно будет сходку сделать. Тупо загрузиться весь поезд. Это будет круто, реально. Это будет реально круто. Давайте чат даже уберем, наверное. Так, скриншотик сделаем. Просто кайф. Сейчас мы разворачиваем. Видите, тут станции такие сделали. Реально это прикольно. Реально, видите, как он разворачивается? Просто так угарно. Это реально прикольная тема, блин. Как он проработан, как он все сделан, прикольно. Вот реально можно сюда сесть, там вагоны классно сделаны. Блин, сколько вагонов? 4, если считать с этим. Нет, это кайф. Это реально кайф, чуваки. Вот этого я ждал. Тимоха эту тему вообще поднял насчет поезда. Его добавили. Хотя, ну, они и так его сами разрабатывали. Админ ко мне тпхается или что? Или я не понимаю? Ко мне админ тпхается? Походу, да? Или что? Ну, видели там, что какой-то был на дороге? Наверное, это админ все-таки. Может, он проверил, типа, как поезд работает? Не, ну это круто. Это просто круто. Их всего 2 на серии, так что, блин, мне кажется, первую неделю просто будет забито все, чуваки. Так что просто посмотрели этот ролик и бегите просто. Ловите поезд. Ну, обязательно не забывайте 10 тысяч взять на аренду поезда. Это реально круто. Вот это я понимаю, Мазинг дает жару. Вот. Красавчик. Еще бы модпак бы охуенно сделали. Вообще были бы муа, просто. Самый лучший сервер. Вот не зря говорят самый лучший сервер. Вот какую они обнову сделали. Какой нету практически. На топовых серверах такое нету. Именно на топовых. Там КРМПРП. На Радмире такого нету. На других серверах такого нету, на GTA RP такого нету, на Родин РП такого нету. Короче, блин, Амазинг просто топ. Вот реально Амазинг топ. Просто админам, разработчикам, просто респект за такую обнову. Кто его делал и кто это сделал, короче, просто вы красавчики реально. Я знаю, мне админы редко смотрят вообще, но вы просто красавчики. Я вас просто целую, блядь, щеку прям. По-братски, так чисто от души. Не по-пидорски, если чё. Реально, просто крутая обнова. Просто красавчики. Просто красавчики. Вот этого я ждал. Вот будет чем заняться ночью, там, вечерком. Тупо погонять на поезде. Посмотреть на лес ночной, там, и такое, блин. Вот классно. Реально круто. Просто топчик. Топчик, просто топчик. Еще фары, как у него горят. Вы можете сами включать, выключать. Не знаю, мне кажется, пока это будет аренда, но может быть работу сделают, но это придется им. Ох, как мы снесли. Как мы приору снесли просто по-царски. Вы видели этот прикол? Просто это было так круто. И красиво, просто не передать словами. Сейчас мы его поставим на место, чтобы другие могли насладиться этим поездом. Хотя тут еще один есть, в принципе. Люди просто не будут знать, где его. Он же РВС-аться не будет? Или будет, когда РВС делаешь, он будет интересно пропадать или нет?
Мне кажется, не будет, в принципе. Давайте еще доедем полностью. Хочу посмотреть на реакцию людей просто. Тимоха, Тимоха. Там Тимоха был, видели? СМС 4-4. Я первый. Я первый. Тимоха. Я первый, чувак. Что ты делаешь? Ты умереть хочешь? Ебать ты, Фидер. Учись, щенок. Щенок. Красавчик. Вот это я просто красавчик. Видели, как Тимохи теперь бомбит? У него просто бомбит, что я первый сниму этот видос и выложу. Надеюсь, я первый сниму и выложу. Ты просто о тебе то ВК написал, а ты, ёпта, втихую, заебись, чё. Я сразу, как пост одну минуту назад вышел, сразу снимать начал. Я просто сразу начал снимать, чуваки. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании, заходите на сервер Рати и ждите новых серий. Всем пока!